Well, you know what they say. There are no kingdoms without rulers. Are you ready for change? We could be kings and queens every day. On the low, we are brave. Yes, even braver than the bravest. So let's go, start the race. Happy camper through the ups and downs, keeping calm, winning ground. Let's build castles now. We'll make gold on our way up through them trees before we reach them tops. Oh no. Маркетологом компании Vanox Tour в городе Оренбурге. Для избежания технических неполадок и просто для вашего удобства желательно просматривать вебинар в браузере Google Chrome и подключить наушники для улучшения качества звука. Если изображение будет полностью отсутствовать, попробуйте обновить страницу. Просмотр требует стабильного подключения к интернету, поэтому если у вас будет пропадать звук или изображение, скорее всего, проблема с вашей стороны, и обновление страницы, вероятно, поможет это решить. Повторюсь еще раз. Сегодня во время трансляции будет использовано большое количество разнообразных видеороликов. Как минимум 10 штук их будет, поэтому используемый вами интернет должен быть максимально стабилен. Все записи лучших вебинаров вы можете найти на нашем официальном YouTube-канале, попасть на который можно, нажав на большой белый логотип Anox Pro, расположенный в нижнем левом углу вашего экрана. Там вы найдете записи обучения по всем открытым и закрытым направлениям, а также подробнейшие курсы, посвященные самым популярным курортам, на которых вы сможете максимально
близко познакомиться со страной, узнать основную отельную базу и сформировать свое представление об интересных местах, подводных камнях, ожидающих туристов, специфике отдыха и нашей экскурсионной программе. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Теперь, если вы готовы продолжить мероприятие, прошу нажать на значок огонька, расположенный слева от вашего чата. Прекрасно. Если в ходе повествования, во время вебинара, что-то будет вам нравиться слишком сильно, либо вы будете узнавать какую-то новую, интересную, любопытную информацию, вы теперь знаете, где находится значок реакции. Ваши реакции всегда для нас важны, и мы таким образом сможем, конечно, отслеживать ваше мнение. Мы рады приветствовать вас на вебинаре, на завершающем из нашего курса, посвященного отдыху на солнечных побережьях Египта. Сегодня мы поговорим с вами о Шарм-эль-Шейхе, самом современном и динамично развивающемся курорте Синайского полуострова. За последнее время данный регион изменился до неузнаваемости. Все доступные для бронирования отели регулярно проходили реновацию и косметический ремонт. Городские улицы стали намного чище, количество развлекательной инфраструктуры возросло многократно, ну а местные нравы и отношение персонала к отдыхающим стабилизировались до приемлемого для европейца уровня. Сейчас Шарм сочетает в себе активные развлечения, ночную жизнь, достопримечательности, морские курорты, поэтому именно здесь есть все для качественного, интересного, а главного общедоступного отдыха. Во время повествования вы можете адресовать в чат абсолютно любые вопросы. На самые и актуальные, на самые интересные я обязательно отвечу. Но также сегодня с нами во время вебинара следит за чатом моя коллега Оксана Сотникова, маркетолог из города Новосибирска. Она тоже будет отвечать на все ваши вопросы, которые вы можете при желании, опять же, адресовать в чат. И заранее хотим попросить вас задавать только те вопросы, ответы на которые нельзя получить, просто почитав информацию на нашем официальном сайте, например, по инфраструктуре, либо каким-то предоставляемым в отелях услугам. Ну и также вопросы, ответы на которые не звучали в течение этого вебинара. Просто чтобы не разрывать повествование, не затягивать вебинар до неприличных 3,5 часов, мы будем отвечать на вопросы один раз и только на самые актуальные и необходимые. На данный момент полетная чартерная программа с вылетом в Каир уже осуществляется еженедельно из 10 городов России. Это Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Уфа, Самара, Краснодар, а также Тюмень, Пермь и Иркутск. Более того, при заведении заявок на первые вылеты из последних 3 городов вы получаете фиксированное повышенное агентское вознаграждение. Поэтому вы можете начать активное бронирование, консультацию туристов и, самое главное, их переориентирование с закрытых направлений именно на Египет. Ну и, конечно, не забывайте о возможности бронирования регулярных рейсов с уже включенным групповым трансфером Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Естественно, в зависимости от выбора отеля. Все уже рассчитано максимально удобно на нашем официальном сайте. Для своих клиентов мы предлагаем прямой перелет до Каира на самолетах различных авиакомпаний, как чартерные, так и регулярные. Групповой трансфер до курорта, включенный в стоимость тура. Доступные цены, широкий ассортимент эксклюзивных и базовых отелей на любой вкус и бюджет. И самое главное – возможность переноса денежных средств с аннулированных заявок в Турцию и Танзанию на Египет, но только на пакетные туры на базе Azur Air. Также следует отметить, что при бронировании у вас имеется возможность увеличения основного места багажа до 30 или даже 30 килограмм. Выбор удобного места в салоне самолета, поздравление с днем рождения на борту от экипажа лайнера, а также добавление индивидуального трансфера до абсолютно любого курорта. Причем все это включается в пакет максимально просто и понятно непосредственно в листе бронирования при заведении заявки. И прежде чем мы приступим с вами к следующей тематике, к ее разбору, давайте сделаем следующим образом. Я одним глазом слежу за чатом. Давайте так, те люди, у которых стабильно работает звук, показываются слайды, функционирует видео, и даже тем людям, которым меня видно, вот все это в комплексе, поставьте в чат плюсик.
Прекрасно. Напомню, что требуется стабильное подключение к интернету. Ну и, конечно, так как нас сегодня в комнате очень много, на данный момент вебинар смотрит 684 человека, конечно же, нагрузка на сервер очень большая. И если ваш интернет хоть чуть-чуть просаживает, вероятно, какой-то из элементов вебинара для вас может быть недоступен. Либо помогает обновление страницы, либо, к сожалению, придется, да, смотреть запись. На прошлых вебинарах нашего курса, которые уже были загружены на наш официальный YouTube-канал, мы подробно и поэтапно рассматривали все особенности прохождения границы, наши трансферы и основные нюансы, ожидающих ваших туристов по прилету. То есть от момента, когда ваш турист собирает свои полотенчики в свой чемодан, получает ПЦР-тест, прилетает в страну, садится в трансфер и до его вселения в отель. То есть все было рассмотрено. Поэтому если кто-то пропустил, то убедительно просим ознакомиться с этими вебинарами. Сейчас я предлагаю лишь тезисно очень быстро пробежаться по главным моментам. На данный момент по прибытию в Египет туристы должны предоставить в аэропорту распечатанный и проштампованный оригинал справки с результатами ПЦР-теста, соответствующий следующим требованиям. Во-первых, должно быть указано время и дата тестирования, с момента которого прошло не более 72 часов. Во-вторых, документ должен быть выдан официальной специализированной лабораторией и заверен живой печатью, а также содержать QR-код. Такая информация дана на нашем официальном сайте, и такую информацию вы доносите до своих клиентов. На деле данный пункт должен выполняться хотя бы в единственном числе, то есть либо живая печать, либо QR-код. QR-код нужен для того, чтобы в спорной ситуации при прохождении границы ваши пограничники, они могли с помощью телефона своего и QR-а перейти быстро на сайт клиники и убедиться в его подлинности. Но, тем не менее, если его нет, ничего страшного. Во многих городах, в том числе и в моем городе, все сертифицированные клиники не проставляют QR-коды, ничего страшного. Пройти можно и без них. Ну и в завершение документ должен быть составлен на арабском либо на английском языке. Туристы, которые прибывают международными рейсами в аэропорт Каира, не предоставляется возможность сдать тест на ковид по прибытии. Все нужно вести, как говорится, с собой. Также вашим клиентам нужно заполнить декларацию о здоровье, которая станет доступна при печати авиабилета в личном кабинете. Данная декларация существует только на английском языке, поэтому к ее заполнению лучше не приступать в самый последний момент и подойти к этому несколько заранее. Если же вы забыли про нее, опять же, ничего страшного, стюардессы выдадут вам распечатанный экземпляр декларации для заполнения непосредственно в самолете. Виза в Египет для граждан Российской Федерации оформляется по прилету в аэропорту перед прохождением паспортного контроля. И стоимость визовой марки сроком на 30 дней составляет $25. Выйдя из самолета, проследовав здание аэропорта, туристы проходят первичный контроль и предоставляют оригинал ПЦР-теста. Далее их встречает представитель Анекс-Тур и проводит в зал, где им необходимо заполнить анкету, указав паспортные данные. Такая вот небольшая марка. С этой маркой они проходят к стойке, покупают визу за $25 и проходят с этими документами уже на паспортный контроль. Все происходит быстро, организованно и очень комфортно. Настоятельно рекомендуем иметь достаточное количество наличных денег в валюте для приобретения визы ради экономии времени. Естественно, если наличных денег у туристов не будет, они смогут снять деньги в банкомате, их поменять, оплатить. Но, тем не менее, это займет очень много времени и вызовет некий элемент негатива. А начинать отдых с негатива не нужно. Поэтому предупреждаем, чтобы $25 всегда были в кармане у ваших туристов на собственную визу. На выходе из аэропорта туристы встречают русскоговорящие гиды и направляют по автобусам, которые представляют собой организованную колонну, двигающуюся одновременно в сопровождении полиции. Охрана выделяется только специально для наших рейсов. Автобусы новые, чистые, хорошо кондиционируемые, а в каждом имеется биотуалет. В салоне любого сиденья есть USB-разъем, буквально под сиденьем, то есть можно зарядить электронное устройство в поездке. Wi-Fi, к сожалению, нет, как в индивидуальном трансфере, так и
в общем. Как я и говорил, автобусы идут в колонне в сопровождении полицейских машин. Время в пути занимает от 7 до 8 часов до Шарм-эль-Шейха и 5-6 часов до Хургады, в зависимости от дорожной обстановки и скорости прохождения блокпостов. На блокпостах, коих по дороге в Шарм, две штуки, документы проверяют только у персонала, то есть гидов и водителей, туристов не трогают. В каждом автобусе два водителя, которые меняются согласно графику. В середине маршрута делается остановка на 30-40 минут у магазина для отдыха и перекуса. Там есть кафе, магазин и туалеты. Более того, в колонне в каждой присутствует пустой автобус, который необходим в случае технической неисправности одного из задействованных транспортных средств, что позволяет туристам не ожидать свой трансфер в случае поломки, а быстро пересесть в свободный, так как автобусы на данный момент что в трансфере аэропорт-отель, что на экскурсии заполняются на 50%. И приятное новшество. На трансферах, осуществляемых с 24 мая, всем туристам предоставляются ланчбоксы с едой и напитками. То есть на всех рейсах они обязательно будут. Об этом туристов тоже информируйте. Наверное, следует напомнить, что по приезду в Россию гражданам Российской Федерации необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг при регистрации на обратный рейс. В течение 3 календарных дней загрузить результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию на сайте госуслуг и затем повторно проделать эту же процедуру в течение 5 дней, то есть сдать 2 теста. Сейчас я просмотрю ваши вопросы. Может быть, на что-то стоит ответить вслух. По поводу оплаты визы я ответил. Вообще могу сказать следующее, что информация о валюте, об обмене денег, информация о связи в Египте, об интернете и о приобретении сим-карты была дана подробно, поэтапно во время первого вебинара нашего курса. Называется этот вебинар «Отели Средиземноморского побережья». То есть он уже есть у нас на YouTube-канале, поэтому тоже можете с ним ознакомиться. Если туристы находятся на Синайском полуострове, виза обязательна? Конечно. Ваши туристы, независимо от расположения отеля, прилетают в Каир, пересекают материковую границу, поэтому обязательно приобретают визу. Более того, если будет возобновлено прямое сообщение при прилете на Синайский полуостров, сам Шарм-эль-Шейх, виза не нужна только тем туристам, которые не планируют покидать территорию отеля. Если они едут на экскурсию, виза обязательна. На данный момент активно работаем. И я надеюсь, в ближайшем времени появится информация, будут рассчитаны на сайте комбинированные туры. То есть поэтому следите за информацией, следите за рассылками. В первую очередь, конечно же, будем вас максимально быстро и динамично информировать. В этом году наша отельная база в Египте включает в себя множество отелей, с которыми компания «Анекс-Тур» работает на российском рынке эксклюзивно, то есть у других туроператоров найти эти варианты размещения невозможно. И именно на них, а также на наши гарантии, на нашу базу необходимо делать акцент продаж и упор при публикации рекламных постов в соцсетях и различных мессенджерах. При этом наша отельная база кардинально отличается от аналогичных других туроператоров, и практически всегда у нас можно найти альтернативу любому отелю для всевозможных категорий гостей. Она разнообразна и удовлетворит абсолютно любой запрос, включая в себя отели различной ценовой категории, как бюджетные, так и прекрасные варианты для взыскательных клиентов. Сейчас на экране вы можете увидеть шпаргалку, которую мы приготовили специально для вас, и она поможет вам ознакомиться с нашей отельной базой. Сегодня, во время повествования, мы будем двигаться слева направо по побережью и затрагивать все основные отели Шарм-эль-Шейха, которые лично нам удалось посмотреть во время рабочей поездки. О каждом варианте размещения мы дадим подробную информацию, личную оценку и обозначим, для какой категории гостей подойдет тот или иной предложенный вариант. Во время прошлого вебинара
Слушатели настойчиво просили рассказать нас о климатических аспектах отдыха в Египте. Просили несколько раз, поэтому мы учли ваши пожелания и кратко, буквально в 5 минуточки, остановимся на этой тематике. Погода на курортах Красного моря отличается незначительно. На южном побережье температура ниже на 1-2 градуса, но, как правило, в зимний период и летом, когда температура за портом в Шарме достигает 37, а в Хургаде 35, ну, согласитесь, это заметно очень слабо. Апрель, май, сентябрь, октябрь считаются лучшим временем для отдыха на красноморских курортах Египта. Летом, именно в июне, июле, августе, некоторым туристам погода может показаться слишком душной или слишком жаркой, ведь дневная температура поднимается до 35, а то и 40 градусов. Таким клиентам мы рекомендуем обратить свое внимание на курорты именно Средиземноморской ривьеры. Но в целом количество туристов в течение года, оно остается неизменным, то есть на всех туристических центрах Красного моря. Среднюю температуру по месяцам сейчас вы можете увидеть на слайде. Отличительная особенность направления – это, конечно же, очень активное солнце. Количество солнечных часов в год практически 4000. Для сравнения, в Москве этот показатель в среднем общегодовой равен 1500. То есть, представляете, какой разбег, какая разница. Также почти везде в Египте ветрено. Ветер дует постоянно в течение года, его сезонность отличается лишь интенсивностью. Так называемый сезон ветров начинается в феврале и длится до июля. При этом я не хочу сказать, что ветра сильные, они ярко выражены. Нет, они скорее просто ощутимы. Шарм-эль-Шейхе в связи с бухтовым расположением большинства районов и пляжей сильных ветров практически не бывает. Песчаные бури случаются только на материке и, как правило, в центральной части. На курортах Синайского полуострова их никогда не было и не бывает. Ураганы, штормы, даже такие запросы были, это вообще экстраординарное явление. Вероятность их застать практически равна нулю. При этом туристы часто пишут, у нас закрыли пляж, черный флаг висит, у нас тут шторм. Нет, просто море волнуется, ветер сегодня сильнее обычного, поэтому пляжи иногда закрывают. Это не шторм, это не ураган. Об этом мы тоже поговорим, но немножко впоследствии. Что же следует помнить? Так это тот факт, что на Красном море ежедневно происходят приливы и отливы. Это природное явление, вызванное со стадиями различными Луны, поэтому совершенно обыденное и привычное, присущее абсолютно всем пляжам, и отличается это явление только интенсивностью. Если вы хотите минимизировать риски своего туриста, то есть чтобы он в минимальной степени застал приливы и отливы, всегда бронируйте отели бухтового типа, где они будут практически незаметны. То есть, например, в районе старого города, в Шарм-эль-Шейхе. Все, проблема будет полностью решена. Шарм-эль-Шейх является главным центром курортов Синайской группы. Интересный факт. Гиды постоянно вам рассказывают, что и пытаются удивить тем, что Шарм-эль-Шейх, Синайский полуостров, это оказывается не Африка, а Азия. Избитый факт. Интересный в том, что город был построен не египтянами, а израильтянами. После 6-дневной войны в 1967 году весь полуостров Синай перешел под контроль Израиля. Именно они воздвигнули здесь аэропорт, в который туристы прилетали до пандемии и до кризиса. Они построили первые отели, а также облагородили будущие пляжи. В 1982 году полуостров вновь стал контролироваться египтянами, которые уже продолжили развитие курорта, пользуясь уже созданными наработками. Поэтому, например, в Табе вы можете увидеть отель «Хилтон», который представляет абсолютно стопроцентную копию отеля, расположенного в некотором отдалении, но уже на территории, Израиля, в поселке Эйлат. Вторым знаменитым туристическим центром этой группы является Дахаб. Это лучшее место в Египте для занятия водными видами спорта. Тут всегда есть ветер и спокойное море, что идеально подходит для виндсерфинга, кайтбординга и плавания на яхтах. Так как сейчас туристам предстоит пережить достаточно тяжелый, продолжительный трансфер от Каира до Шарм-эль-Шейха. Если они отправляются в Дахаб, им нужно еще проехать примерно 2 часа. Соответственно, отели Дахаба в данных условиях популярностью не пользуются.
И в связи с отсутствием спроса рассматривать их мы сегодня тоже не будем. Но на данный момент это два города, где мы предлагаем к бронированию отели на нашем официальном сайте. Однако на полуострове находится еще один поселок. Это поселок Нувейба. Интересное тем, что именно она является отправной точкой для экскурсий на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины, а также Цветной каньон. А еще есть Таба, курорт, который ценен для туристов своей близостью к Иордании и Израилю, куда экскурсии на данный момент в связи с ковид-ограничениями не организовываются. Ранее, если турист хотел посмотреть знаменитый город Петра, высеченный в скале, или ему был интересен Иерусалим или Мертвое море, то Таба считалась идеальным выбором. На данном рубеже мы, к сожалению, с Табой не работаем. Но все, конечно же, может измениться при открытии прямого сообщения. Курорт Шарм-эль-Шейх занимает 35 километров побережья на южном мысе полуострова Синай. Он ограничен на юго-западе национальным парком Рас-Мохаммед, а на северо-востоке национальным парком Напк. Пространства для расширения здесь больше нет. И, я думаю, никогда не предвидится. Абсолютно вся территория побережья уже давно занята отелями, которые расположены очагами, если так можно выразиться, в самых лакомых кусочках курортной зоны Красного моря. Это выражается в первую очередь большими расстояниями между районами. В остальном это классический египетский курорт, где туризм и строительство недвижимости – это единственные развитые отрасли экономики. Несмотря на достаточно большое население Шарм-эль-Шейха, город полностью туристический на 100%, где вся инфраструктура создана только для путешественников и гостей Египта. Думаю, каждый из вас слышал последнюю новость. В феврале 2021 года власти Египта закончили строительство 36-километрового забора из бетона и колючей проволоки вокруг Шарм-эль-Шейха. Теперь въезд и вход в курортную зону осуществляется только через 4 блокпоста и строго контролируется. Я имею в виду не через 4 блокпоста подряд, а через 4 контрольных пункта, расположенных по периметру стены. Таким образом, египетские власти стараются бороться с террористической угрозой. На настоящий момент Шарм-эль-Шейх условно делится на 8 крупных туристических зон, которые отмечены на карте, и здесь находятся 96 отелей всех ценовых категорий, с которыми компания «Анакс-Тур» имеет контракты на российском рынке. В чем заключается главная особенность бронирования данного курорта? Границы районов здесь очень размыты и, как правило, не выделяются в отдельные подпункты на сайтах туроператоров, имея общее обозначение «Шарм-эль-Шейх», независимо от того, в какой части города вы выбираете отель. Поэтому рекомендую, во-первых, сохранить данную карту, она определенно вам поможет ориентироваться на побережье, а также в целом заострять свое внимание на местоположении гостиниц непосредственно при дальнейшем повествовании. Северо-восточная часть Шарм-эль-Шейха занята районом Напк. На данный момент это самая динамично развивающаяся часть города. Большинство аптек, кафе, ресторанов, а также магазинов с сувенирами и разнообразными товарами расположены на главной торгово-развлекательной улице Напка, называемой Ля Страда, где находится крупный торговый центр, магазин Метро и даже дельфинарий. Главной особенностью этого курорта можно смело назвать местный микроклимат. Поскольку Напк не бухта, а длинная полоса побережья, здесь практически всегда ветрено в любое время года, из-за чего на местных пляжах периодически можно увидеть красный или черный флаг, а купание будет ограничено. Обязательно информируйте об этом туристов. Закрытый пляж, черный флаг и возможность купания только в бассейне 1-2 дня подряд – это норма для района Напк. Пляжи здесь очень пологие. Для того, чтобы оказаться на глубине, нужно преодолеть пешком от десятка до нескольких сотен метров. И даже в штиль лучше плавать в специальной обуви, чтобы сделать заход в воду как можно более простым и удобным. При каждом отеле здесь выстроены длинные, иногда до 800 метров, понтоны и пирсы. Приливы, отливы тоже ярко выражены. Любителям снорклинга, дайвинга, коралловые рощи Напка нравятся за обилие морской живности,
разнообразие подводных пейзажей, за то, что до рифов крайне просто добираться. Сошел с понтона, и можно плавать с маской, трубкой вдоль рифа, любуясь разноцветными рыбками. Ну или отправиться на погружение с аквалангом затонувшему судну. Для этого достаточно просто дойти до конца пирса при отеле «Калимера Роял Альбатрос». Ну и, конечно, именно здесь организовываются экскурсии к живописным рифам заповедника Напка. Первый отель побережья, который мы рассмотрим, называется «Стейнбергер Альказар Шарм-эль-Шейх». Заранее прошу у всех сердечно прощения за мое произношение названия отеля. Я совершенно не владею английским языком и произношу достаточно их смешно, поэтому прошу меня помидорами не кидать. Элитный отель для взыскательных туристов, а также любителей комфорта и эстетики с действительно стильным и современным дизайном. Большая зеленая территория, шикарные белые террасы, светлые просторные номера, разноцветный шведский стол, частный пляж с великолепным подводным пейзажем, а также три плавательных бассейна, которые подогреваются в зимний период. Команда аниматоров организует развлекательные мероприятия как для взрослых, так и для детей. Имеется детский клуб, где самые юные гости отеля находятся под постоянным присмотром. В целом отель новый, он был открыт в 2017 году, поэтому выглядит просто превосходно, буквально как на картинке. Собственный песчаный пляж протяженностью 150 метров. Коралловому рифу ведет понтон длиной 600 метров. И на самом деле это очень длинный понтон. Один из самых длинных на всем побережье. Действительно богатая инфраструктура. И самое главное, Wi-Fi на территории отелей в номерах бесплатный. Правда, с ограниченной скоростью, при которой стабильно будут работать только мессенджеры. Подойдет абсолютно для любой категории туристов, которые смогут себе его позволить и которые просто будут осведомлены об особенностях пляжной полосы в этом районе. То есть все то, что мы обсуждали с вами ранее. Джаз Мирабел Бич. Это шикарный отель, полностью выполненный в тосканском стиле. Что такое тосканский стиль? Это сдержанная коричневая цветовая гамма, преобладание деревянных и каменных покрытий, искусственно состаренная мебель и большое количество мелких деталей. То есть это подсвечники, массивные рамы, кухонные аксессуары, кованые изделия. Отель был открыт в 2006 году, и его территория действительно поражает своими масштабами, потому что она занимает практически 200 тысяч квадратов. Здесь в распоряжении туристов 4 бассейна для взрослых и 2 бассейна для детей, которые подогреваются в зимний период. 3 а-ля-карт ресторана, целых 8 баров, в которых все напитки подаются в стаканах или бокалах, а лобби-бар функционирует до 12 ночи. Для детей есть аквапарк с 3 водными горками и анимация с русскоговорящим персоналом. Все номера без исключения оборудованы балконом или террасой, ну а в люксах дополнительно имеется шезлонги и столик. Ограниченный бесплатный доступ в интернет предоставляется только в лобби. Собственный пляж протяженностью 400 метров. Вход в море коралловому рифу возможен с понтона. Причем гости отеля пользуются понтоном соседнего отеля, то есть Стейнбергер, господи меня прости, который мы рассматривали ранее. Но в отличие от последнего, у Джаз Мирабел также имеется своя небольшая лагуна, соответственно, и песчаный заход в море. Поэтому отель часто выбирают именно для отдыха семейной пары с маленькими детьми. Сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу и посмотреть наш видеообзор отеля Джаз Мирабел. Thank you.
Пока сейчас у нас шел видеоролик, я буквально как скороговорку повторял это слово. Проверьте меня. Штайгенбергер. Вот если все правильно, нажмите на огонек. Штайгенбергер. Отлично. Ну, а мы продолжаем. Будем становиться лучше вместе. Амваш Хотел Резорт 5 звезд. Это один из самых бюджетных 5-звездочных отелей, которые мы предлагаем к бронированию на побережье Шарм-эль-Шейха. Поэтому перед посещением, конечно же, нас терзали некоторые опасения. Увидеть там можно было все, что угодно. Однако при посещении были очень приятно удивлены. Туристов встречают достаточно старые лобби, которые, конечно же, требуют ремонта и видавшая многое на этом свете мебель. Но сама территория очень ухоженная, комфортная, чистая и опрятная. Имеется бассейн для взрослых с подогревом в зимний период, бассейн-релакс для взрослых без подогрева. Повсюду играет приятная музыка, проходит активная анимация. В 2019 году был произведен косметический ремонт в номерах категории Superior Room, поэтому рекомендуем вашим гостям переплатить незначительную сумму за комфорт. Они все расположены в главном здании отеля и имеют вид на море. Внутри фен, индивидуальный кондиционер, мини-бар согласно концепции отеля, набор для приготовления чая и кофе бесплатно, ну и сейф за дополнительную плату. Обращаем внимание, что Wi-Fi работает только в зоне ресепшн. Для гостей, которым нужен скоростной интернет в номере, рекомендуем воспользоваться платным пакетом. Его можно приобрести в лобби, то есть он стоит $25 в неделю, либо $5 в день. Причем данная стоимость практически универсальна и подходит к описанию практически любого отеля с платным интернетом. Но, конечно же, мы рекомендуем все-таки приобретать сим-карты в аэропорту. Это будет намного выгоднее. Собственный песчаный пляж имеет коралловый риф, примыкающий к пляжу, поэтому отдыхающие пользуются деревянным мостовым понтоном протяженностью 320 метров с тремя лестничными спусками в море. В целом это достойный вариант относительно своей низкой и невысокой доступной стоимости. Интересная особенность – на территории отеля находится настоящее, до сих пор функционирующее казино. Ну, а мы двигаемся дальше. Рексос Шарм-эль-Шейх обладает исключительной особенностью. Он является одним из двух отелей всего побережья Шарм-эль-Шейха, который принимает гостей лишь 16 лет. И при этом является вариантом размещения для взыскательных туристов с высоким уровнем сервиса, который часто выбирают молодожены и ценители спокойного и умиротворенного отдыха, если так можно выразиться. Был открыт в 2009 году, последняя реновация проводилась в 2019, когда был произведен ремонт бассейна и главного ресторана. Первое, что бросается в глаза, помимо красивой зеленой территории, большое разнообразие предоставляемых услуг. То есть это 7 бассейнов для взрослых, из них 2 с подогревом в зимний период, 3 водные горки, бразильский, итальянский, индийский, турецкий рестораны, а также дальневосточный снэк-хаус и суши-бар по предварительной резервации. То есть одно посещение в неделю бесплатно. Множество баров, вечерние шоу-программы, живая музыка, собственный ночной клуб и дискотека под открытым небом, которые, к сожалению, не работают в связи с ковид-ограничениями. Услуги фитнес-центра предоставляются для детей старше 12 лет, бесплатно. Оздоровительный центр с сауной, парной, джакузи и турецкой баней тоже бесплатно. Wi-Fi на всей территории отеля, включая номера, бесплатно. И даже автобус до центра на Ама-Бэй 2 раза в день по предварительной резервации без дополнительной оплаты. Что на самом деле является редкостью не только для Шарм-эль-Шейха, но и для всего Египта в целом. Но самое главное, что в систему ультра все включено. Включены как местные, так и большое разнообразие импортных напитков, что является безусловным плюсом, учитывая доступную стоимость отеля. Вход в море у них возможен только с понтона, чья длина составляет 150 метров. Песчаного захода в море нет. И самое главное, что гости отеля Rixos Шарм-эль-Шейх могут пользоваться всеми удобствами стоящего неподалеку отеля Rixos Premium Seagate. Рестораны, бары, а-ля-карт, спа, пляж и прежде всего аквапарк. Аквапарк расположен у них на второй береговой линии через дорогу. Туда курсирует бесплатный
автобус, а каждый гость может воспользоваться 6 башнями с 16 водными горками для детей и взрослых и 5 аттракционами, которые открыты каждый день с 10 утра до 6 вечера. То есть, в принципе, во время солнцестояния до заката солнца. Тут есть такие аттракционы, как восхождение на стену, все возможные карусели, даже колесо обозрения, спортивные игры, такие как футбол, волейбол, баскетбол и теннис. На территории находится собственный ресторанный дворик с закусками, фастфудом, мороженым, фруктами и 3 бара, где подаются только безалкогольные напитки. В этот парк могут попасть и гости, проживающие в других отелях, но уже за дополнительную плату. Достаточно, грубо говоря, приехать к воротам аквапарка, заплатить стоимость входного билета. Она будет составлять $40 на взрослого человека, причем в стоимость входит уже и посещение ресторанного дворика с питанием и безалкогольными напитками. Ну а для детей расценки будут следующие. Первый ребенок от 0 до 6 лет проходит бесплатно. Второй ребенок до 14 лет, 50% от стоимости билета. И дети уже старше 14 лет оплачивают полную стоимость входного билета на взрослого. Rixos Sharm el-Sheikh наряду с Rixos Premium. Прекрасные варианты для туристов, которые ценят отдых по системе. Все включено. Причем в том виде, в котором он действительно должен функционировать на популярных направлениях и каким его рассчитывают увидеть гости. Это не вот это вот египетское ультра, все включено. Это реально стандарт Rixos'а. В этих отелях спектр предоставляемых бесплатных услуг действительно несравненный. Мы с вами двигаемся дальше. Комплекс, состоящий из 2 отелей. Это Nubian Village и Nubian Island, расположенных по соседству друг с другом. Village был открыт в 1997 году, Island в 2005. И в 2019 проводился косметический ремонт всех номеров. Гости могут пользоваться всей инфраструктурой 2-го отеля бесплатно, за исключением баров и ресторанов, которые уже предоставляются за дополнительную плату. Собственный пляж с мягким песком протяженностью 250 метров. Есть прекрасный живой коралловый риф, куда возможен вход с понтона 100 метров. То есть понтон 100 метров. Имеются естественные лагуны с песчаным дном для купания с детьми. Вход в море пологий, но песчано-каменистое, поэтому, несмотря на тот факт, что это все же лагуна, все равно рекомендуется специальная обувь. Отель не новый, но имеет красивую зеленую территорию, и несмотря на то, что Village был построен намного раньше, за счет реновации его номера, как ни странно, выглядят даже лучше. Поэтому не вводитесь в заблуждение датой постройки. Раз в неделю в отеле проводится рыбный ужин и восточная кухня. Есть 2 а-ля-карт-ресторана по предварительной записи бесплатно. В каждом отеле по 2 бассейна. Это релакс и активити бассейн с анимацией и зимним подогревом. Wi-Fi только в лобби. Ну и к достоинствам отеля можно отнести качественное питание относительно невысокой стоимости самого отеля. Как вы могли убедиться, шведская линия выглядит, конечно же, без изысков, но тем не менее очень достойно. И примерно так выглядит питание практически во всех недорогих 5-ках не только Шарм-эль-Шейха, но и Хургады. И вот на такую шведскую линию жалуются туристы, то есть что им недостаточно, нет разнообразия, все невкусно. Мне кажется, эти жалобы более чем необоснованы. Rihanna Royal Beach Resort Aquapark. Еще один отель, расположенный
в районе НАПК. Был открыт в 2008 году, и последняя реновация проводилась спустя 10 лет, в 2018. Исключительная особенность отеля в том, что территория подходит для гостей с ограниченными физическими возможностями. И, как вы, я думаю, понимаете, для Египта это редкость. Поэтому пометочку себе сделайте, если такие клиенты к вам будут приходить, можно им рекомендовать данный отель. То есть здесь есть дорожки, пандусы в зданиях, все необходимые лифты, включая лифт к главному ресторану. Все это тоже у нас подробно расписано на сайте. В остальном отель не обладает какими-то отличительными моментами. Это качественная, но бюджетная пятерка. Собственный песчаный пляж протяженностью 500 метров. Есть понтон и небольшой песчаный заход в море для детей. В день заселения выдают браслеты сразу, и туристы могут пользоваться территорией до заселения в номер. Весь общий номерной фонд состоит из трех категорий. Все они идентичны, но отличаются лишь расположением относительно моря. Стандарты. Они расположены по всей территории рандомно, и все они с видом на сад либо бассейн. Superior Room находится в районе главного бассейна и аквапарках, но уже с частичным видом на море. Ну и Executive там же, но имеют уже непосредственно прямой вид. То есть в номерах здесь нет тапочек, нет халатов, утюг и детская кроватка предоставляются по запросу. Все остальное оборудование номера присутствует. На территории огромное количество бассейнов, которые соединены, такой бассейнный комплекс, если его так можно назвать. Три из них подогреваются в холодную погоду. Wi-Fi бесплатно в лобби и на фудкорте. А также есть небольшой детский буфет. То есть, естественно, в понимании египтян детский буфет. Картошка фри, наггетсы и прочий фастфуд. До пляжа от самого дальнего корпуса 400 метров. Вход с берега возможен только в специальных тапочках, так как много очень живности на дне, в том числе встречаются морские ежи. Есть природные песчаные лагуны с уровнем воды по пояс. Имеется бар на пляже, где подают только из алкоголя пиво. Очень активная анимация, и все в основном у главного бассейна. А-ля-карт ресторана бесплатно, 3 посещения по предварительной резервации. И сейчас мы вместе с вами опять же посмотрим небольшой видеообзор отеля. Следующий отель, о котором мы поговорим, это тоже отель сетки Jazz, оформленный в традиционно арабском марокканском стиле. И его основные особенности – это качественный сервис, отличное обслуживание, активные развлекательные программы и широкие возможности для занятия дайвингом. Отель расположен на собственном песчаном пляже протяженностью 240 метров на самом границе районов Напк-Бэй и района Эль-Монтаза. Был открыт в 2004 году и ежегодно проходит регулярное обновление инфраструктуры и косметический ремонт номеров. Вечерами для гостей здесь устраиваются огненные шоу, национальные египетские танцы и живую музыку. Недалеко от Джаза можно найти магазины сувениров и продовольственных товаров. Питание хорошее по выбору блюд и качеству. В этом отеле нам довелось обедать. Питание было без изысков, но очень вкусное и разнообразное. Но что, на что следует вообще обратить внимание? В категории номеров Family нет межкомнатной двери. Разделение осуществляется шторкой.
Superiorum полностью идентичен семейному номеру, но в нем отсутствует диван. То есть, по сути дела, можно бронировать в том числе и Superior для семьи. Имеется возможность бесплатного посещения а-ля карт ресторана. На территории три бара, снэк-кафе, два взрослых, один детский бассейн. То есть территория компактная и уютная. Воспользоваться Wi-Fi можно только в лобби и на террасе. Собственно, предлагать как недорогой вариант для семейного отдыха. В чат задают вопрос. Вы были в начале мая, видите, кто в основном отдыхает в отелях. Состав на самом деле очень неоднородный. Отдыхает и Европа, и наши соотечественники стран СНГ. Но так как мы попали в самый разгар религиозного праздника, я думаю, вы знаете, в какой, конечно же, было подавляющее количество местных туристов, которых на данный момент не будет в таком количестве в египетских отелях, как они были в начале мая. Прежде чем мы перейдем к разбору следующего района, я предлагаю немного оживить наш чат. Мне интересно посмотреть на географию наших слушателей. Напишите, из какого вы города? Ну, а я пока продолжу. Название района Шарм-эль-Шейх расположено всего в 5 километрах от аэропорта Шарм-эль-Шейха, хотя на данный момент это никакого значения для туристов не имеет, переводится как «Акулья бухта». Несмотря на то, что, конечно же, никаких акул в заливе нет. Это настоящий коралловый рай. Если вы мечтали увидеть разноцветных рыбок, коралловые рифы, поплавать с маской и трубкой, также совершить свои первые погружения в воду, этот район – ваш выбор. Коралловое плато начинается от самого берега и уходит далеко в море, поэтому большинство пляжей залива оснащены понтонными мостами, заходящими за границу рифов, и комфортно зайти в море возможно только по лестнице, сразу на глубину. При этом все побережье бухты разделено на отельные сектора, за которыми следит, естественно, обслуживающий персонал примыкающего отеля. Многие из них находятся на возвышенностях, и пляжи у них организованы своеобразным многоуровневыми террасами, поэтому в разгар высокого сезона могут действительно возникать проблемы со свободными лежаками, потому что, как вы можете увидеть на картинке, правой верхней выставить большое количество лежаков просто технически здесь невозможно. Также Шарм-эль-Шейх – это лучшее место для изучения азов-дайвинга, так как центры обучения имеются при каждом отеле. Погружаться можно в буквальном смысле с берега. Течения тут практически нет. Глубина в среднем 20 метров. Видимость тоже отличная. И благодаря высокому берегу бухта Шарм-эль-Шейх надежно защищена от ветра. По этой причине пляж идеально подходит для отдыха в зимнее время, когда дуют ветра. В центре района Шарм-эль-Шейх находится просто великолепный вечерний променад. Это рай для шопоголиков и большой центр развлечений, называемый Сохо-сквер. Там представлены рестораны, бары, наверное, со всеми кухнями мира, различные бутики, магазины, боулинг, дискотеки, есть даже кинотеатр и каток с искусственным льдом. Для самых маленьких гостей здесь предусмотрена площадка с детскими аттракционами. Сохо-сквер позволит вам насладиться вечерней прогулкой в окружении необычных скульптур, тематических фонарей, яркой подсветки, увидеть завораживающее представление. Это музыкальное шоу поющих фонтанов. Если вы внимательно смотрели первый ролик, который у нас крутился перед вебинаром, вы могли обратить внимание, что практически 30 секунд этого ролика как раз-таки захватывают Сохо-сквер. Там очень красиво. Кроме того, администрация данного сквера позиционирует следующую политику, то есть продвигает ее, что продавцы могут взаимодействовать с туристами, взаимодействовать с гостями сквера только в своих магазинах. То есть если турист заходит в магазин, продавец может его обрабатывать сколько ему нравится, но выходить за пределы магазина и заговаривать с отдыхающими они не могут. Поэтому можно гулять спокойно по Сохо, никто не будет вас хватать за локоть, никто не будет вас звать в свою лавку, то есть все предельно спокойно и комфортно. Хилтон Шарм-эль-Шейх, 4 звезды. Был открыт в 2001 году, ну а последняя реновация проводилась в 2015, когда были обновлены бассейны, бар, рестораны, номера категории стандарт и family, то есть самые простые, часто бронируемые категории номеров. Территория разделена на две части дорогой.
Первая линия – это Hilton Sharks Bay Resort, и вторая линия – Hilton Sharks Bay Deluxe. Но на сайте разделение у нас указано не по отелям, а по типу номеров. То есть на второй линии находятся номера категории Deluxe и Diamond. Они без ремонта. Несмотря на то, что в целом выглядят неплохо и опрятно, несколько староваты. На территории всего 14 баров по отдельному ресторану на каждой линии, софт-анимация и небольшой мини-клуб, клуб закрытый в связи с ковид-ограничениями. 7 больших бассейнов, и именно на второй линии расположен бассейн с тремя маленькими водными горками для детей. Wi-Fi имеется только в лобби, хотя в скором времени, по заверению администрации, они обещают сделать подключение на всей территории. На пляже очень плотная посадка, но сам пляж, как я и говорил, многоуровневый. Вход в воду возможен с понтона. Кроме того, есть небольшие кораллово-песчаные лагуны, где можно просто помочить ноги. До пляжа курсирует бесплатный автобус-шаттл, как с первой, так и со второй линии. Можно рекомендовать отель только в качестве варианта бюджетного отдыха для неприхотливых туристов. В целом бронировать его в контрасте невысокой цены. По отелю Hilton Sharks Bay у нас тоже есть обзорный ролик, и я предлагаю его посмотреть. Ну а мы двигаемся дальше. Барон Резорт. Компактный, симпатичный и очень зеленый отель, который подойдет для семейного отдыха с детьми. На территории в распоряжении туристов два основных ресторана. Один из них открывается в случае загрузки отеля более чем на 60%. Есть 4 а-ля карт ресторана. Это морепродукты, барбекю, индийский ресторан традиционной египетской кухни, основной и детский бассейн с подогревом и бассейн с морской водой, но уже без подогрева, куда могут попасть только взрослые без детей. Такой вот своеобразный кусочек тишины и спокойствия, где можно спрятаться от шума и детей, которых среди отдыхающих будет на самом деле очень много, так как основной гордостью отеля является его огромный песчаный пляж протяженностью 600 метров. Заход в море очень удобный и подойдет для самых маленьких гостей, так как имеются 2 полностью расчищенные от кораллов лагуны. В них очень мелко. Воды максимум по пояс, что, в принципе, удобно для семейного отдыха. Риф безумно красивый, один из лучших на всем побережье. Есть понтон длиной 145 метров. На пляже можно получить и поставить около своего лежака специальную табличку. Не беспокойте, которая оградит вас от назойливых барменов, аниматоров и сотрудников спа-центра. Лобби-бар работает 24 часа в сутки по концепции премиум, все включено, и предоставляет своим гостям 5 видов импортного алкоголя. Ассортимент
постоянно меняется, но всегда располагает установленными 5 наименованиями. То есть 5 импортных напитков в барной карте есть абсолютно всегда. Ну и, наверное, следует добавить, что во время инфатуров, во время рабочих и командировочных поездок мы часто развлекаем себя тем, что выбираем методом голосования своеобразный отель дня. То есть тот вариант размещения, который впечатлил нас в определенный день больше всего. И именно Барон Резорт выиграл это звание. Отель, который производит действительно положительное впечатление, и чтобы, опять же, подкрепить мои слова делом, я предлагаю посмотреть видеоролик. Султан Гарден Резорт, 5 звезд. Выражая мое личное, субъективное мнение, могу сказать, что данный отель является моим самым любимым вариантом размещения во всем Шарм-эль-Шейхе за счет красивой территории, отличного сервиса, большого разнообразия услуг и приятной пляжной атмосферы, которую, к сожалению, можно встретить далеко не во всех отелях Египта. К тому же в 2019 году были у них обновлены абсолютно все категории номеров, которые стали выглядеть еще лучше. Собственный пляж протяженностью 200 метров находится непосредственно перед отелем. У них есть свой коралловый риф, 2 понтона и небольшой песчаный заход. Причем это не лагуна, а прорубленный сквозь кораллы проход, созданный еще в те далекие времена, когда данное действие не возобранялось по закону и не накладывалось на него таких штрафов, которые не в состоянии выплатить ни один отель. На пляже можно дойти пешком, так как Султан Гарденс расположен на первой береговой линии, но учитывая тот факт, что находится он, опять же, ступеньками на возвышенности, для удобства отдыхающих по территории каждые 15 минут курсируют шаттл-басы. Несмотря на то, что в местных барах подаются только местные напитки по концепции «все включено», выбор широкий. Это и коктейль-бар, мороженое на пляже, пиццерия, рок-бар у бассейна, собственное блинное, пончиковое и даже 2 ля-карта ресторана, которыми гости отеля могут пользоваться один раз за весь период отдыха бесплатно. Но если вы бронируете концепцию питания ультра все включено, то ко всему вышеперечисленному добавляются также неограниченные привилегии в ресторанах а-ля карт, импортные напитки премиум-класса, одно бесплатное приглашение на барбекю из морепродуктов, мини-бар в вашем номере, укомплектованный и пополняемый ежедневно, свежевыжатые соки и смузи, специальные коктейли и кофе, неограниченные услуги прачечной, одна бутылка игристого вина по приезду и, самое главное, бесплатное продление номера до 18:00, то есть поздний выезд. Разница в цене между этими концепциями в нашем пакетном туре составляет примерно 30%, поэтому обязательно рекомендуйте ее туристам, и уже по своему кошельку он определит, что ему необходимо в данный момент. Инфраструктура на территории богатая, питание качественное, имеется ненавязчивая софт, анимация, живая музыка, дискотеки и даже тематические вечеринки. Wi-Fi на всей территории отеля бесплатно, но только для стабильной работы мессенджеров. Высокоскоростной интернет стоит $30, и это всего лишь 7 гигабайт. Thank you.
Скажите, у вас вообще еще остались силы меня слушать? Все-таки мы уже больше часа с вами здесь проводим вебинар. Мне ускоряться или идем в таком темпе? Потому что, да, побережье Шарм-эль-Шейха достаточно насыщенное отелями и какой-то спецификой, которую хочется рассказать, затронуть. Поэтому, наверное, да, вебинар сегодня продлится немного дольше, чем была у нас Хургада, Средиземноморское побережье. Все, отлично. Хорошо, тогда мы с вами продолжаем. И мы переходим в следующий район, который называется Coral Bay. Это отличная бухта, расположенная на курортном побережье Шарм-эль-Шейха, где вся береговая линия занята пляжем. Этот пляж считается одним из самых интересных в Египте. Широкая песчаная полоса, пологий заход в море, кораллы, расположенные неподалеку, и практически полное отсутствие сильного ветра и волн. Весь район вокруг представляет собой отдельный город в городе, потому что здесь расположена сеть Домино, все отели которой связаны общей инфраструктурой. Какие здесь есть отели? Домино Coral Bay Aquamarine, Гарем, Kings Lake, Оазис, Престиж и Султан Бич. Общая длина их пляжной линии составляет практически 2 километра. С одной стороны, у всех отелей этой сети общая инфраструктура. То есть некоторыми бассейнами можно пользоваться без ограничений. С другой, на пляже, например, есть зоны, предназначенные только для отдыхающих определенной гостиницы. Работники определяют это по цвету браслета и надписи на нем. Участки пляжа поделены между отелями, лежаки и навесы предоставляются бесплатно, пляжные полотенца, естественно, по пляжной карточке постояльца. В связи с ограничениями по наполненности отелей, то есть связанными с ковидом, на данный момент имеется один большой ресторан, обслуживающий всех, а также большинство а-ля картов, баров, к сожалению, временно закрыты. Поэтому, прежде чем бронировать своих клиентов в один из отелей Домино, обязательно подробно изучите описание, чтобы понять, какая инфраструктура будет им доступна. Одна из главных особенностей комплекса – плавучие понтоны. Главный расположен в самом центре бухты. Это понтон с двумя морскими бассейнами прямо посреди моря. С него можно нырять для наблюдения за кораллами, можно просто загорать и расслабляться. Дно плавучих бассейнов ограждено сеткой, так что там будет абсолютно безопасно для детей. Есть еще один такой же понтон, но поменьше, с одним бассейном. Он находится в северной части бухты. Участок вокруг центрального понтона самый шумный и оживленный, то есть такой общественный променад. Там находится несколько самых популярных магазинов, вдоль пляжа проходит, собственно, как я и говорил, набережная. Чуть южнее центрального понтона оборудована площадка для пляжного волейбола и большая детская площадка в виде корабля. Она единственная на пляже, ей все пользуются, то есть остальная инфраструктура находится уже в самих отелях. И главное, ради чего приезжают сюда туристы, это кораллы, красочные кораллы, которые начинаются практически от самого берега. Есть только один небольшой участок, где заход в воду от них очищен, поэтому пляж не должен вводить вас в заблуждение. Люди часто смотрят на фотографии и думают, что это все песчаный заход. Нет, кораллы практически везде, и лишь маленький участок от них освобожден. Номера, собственно, что и просили нас обсудить в чате. Во всех отелях они реновированы и выглядят очень неплохо и свежо. Когда мы посещали этот отель, мы смотрели по каждому номеру в каждом отеле. И на определенном этапе осмотра нам упорно стало казаться, что нам показывают какие-то промо-рум, потому что слишком они хорошо выглядели. И даже я, будучи до кризиса тоже в этом отеле, не помню таких хороших номеров. Они все были отремонтированы. Поэтому я немножко погуглил, посидел на сайтах тематических, почитал отзывы и специально поместил на слайде реальное фото самого простого номера, самого бюджетного отеля сети «Оазис», который был сделан моими знакомыми, чтобы вы могли убедиться, что ничего страшного в нем нет. То есть номер без изысков, но вполне себе достойный. И, собственно, они тоже подтвердили, что номера были реновированы.
Бесплатный Wi-Fi доступен во всех общественных местах и даже комнатах. Мини-автобусы, так называемые тафтафы, доставляют гостей от ресепшн ко всем самым важным и интересным местам комплекса. Сейчас на слайде вы можете увидеть шпаргалку, которую любезно нам предоставил администратор домины, расположив отели в сети от самого лучшего к самому бюджетному, то есть буквально топ отелей домина. Самый доступный вариант размещения домина «Оазис» – 300 метров до пляжа. Далее домина «Аквамарин» – 100 метров до пляжа. Следующий отель по респектабельности – домина «Корал Бэй» – «Гарем» – 300 метров до пляжа. Далее домина «Султан Бич» находится по соседству с «Гаремом». И затем домина «Кингс Лейк» – отель на первой линии. Как понятно из названия, его главная изюминка – искусственно возведенное соленое озеро с пологим песчаным заходом, в котором могут купаться как дети, так и взрослые. Это озеро вы можете увидеть на верхней правой картинке. Ну и самый респектабельный и дорогой вариант – домина Coral Bay Prestige, гости которого могут пользоваться практически всей инфраструктурой, бассейнами, озером и барами отеля. Данный отельный комплекс – место для бюджетного отдыха с огромной территорией, общей площадью в 1 000 000 квадратов. Это самый крупный комплекс всего Египта, а может быть и всего Ближнего Востока. До этого он уступал в размерах пляжному комплексу Golden Five, расположенному в Хургаде, чей размер составлял 1 200 000 квадратов. Но, тем не менее, Golden Five не пережил кризис, а домина пережила. Неплохие номера, достаточно бедная концепция и отличный пляж. Все туристы в избежании негатива в обязательном порядке должны быть информированы о всех нюансах, которые могут их поджидать. И в этом случае, я уверен, отдых им понравится. Sheraton Charm Hotel 5 звезд. Скромный отель, расположенный по соседству с доминой. Главный минус, опять же, возраст. Был построен более 20 лет назад, с тех пор, за исключением мелкого косметического ремонта, как и в домине, крупных реноваций не было, поэтому территория отеля выглядит несколько староватой, но это сполна компенсируется низкой стоимостью. Интересная особенность – из окна любого номера открывается потрясающий вид на море. В каждом доступном номере, единственной доступной бронированию категории Male Building, имеются халаты и тапочки, фен, индивидуальный кондиционер, мини-бар, сейф, набор для приготовление чая и кофе, утюг и гладильная доска по запросу. Все это бесплатно. Ну и самое главное, просторный балкон или терраса с прямым видом на море. На территории 2 бассейна с детскими отделениями и 1 бассейн для дайвинга, 2 бара и гриль-ресторан. Пляж у них коралловый, тоже рекомендуем мы иметь все-таки специальную обувь. Для любителей поплавать на глубине есть пластиковый понтон, ну а для малышей небольшой песчаный пологий заход. Анимация очень спокойная, каждый вечер живая музыка, танец живота и ненавязчивые вечерние шоу-программы. Wi-Fi только в общественных местах, бесплатно. Отель, который прекрасно подойдет для спокойного отдыха, молодоженов, любителей посидеть компанией вечером на балконе и просто ценителей тишины. Но самое главное, несмотря на год постройки, здесь просто шикарные номера, выполненные в винтажном, светлом, приятном стиле, с качественным ремонтом и комфортной меблировкой. Sheraton Charm Hotel лично мне очень понравился, поэтому я хочу показать вам небольшой видеообзор именно номера, сделанный нашими руками. Верно и правильное замечание вносит в чат, пишет Светлана. В Шератоне еще огромная территория бунгало. Да, бунгало там есть, но мы их не продаем. То есть мы продаем только категорию номеров, показанную сейчас во время видеоролика.
Переходим к району Наамабей. Самая старая, значит, и самая благоустроенная часть Шарм-эль-Шейха с бесчисленным множеством отелей всех уровней звездности, торговыми лавками, кафе с ароматными кальянами, шумными барами и клубами. Место, которое предпочитает большинство активных туристов. Ну и, разумеется, ни один гость курорта не пройдет мимо здешних песчаных пляжей. Здесь можно как нырять с понтонов, так и заходить в воду прямо с берега. Дно у кромки моря, как правило, расчищено от кораллов. И главная гордость Наамабей – одноименный прогулочный проспект, представляющий собой сверкающую неоном и фонарями оживленную улицу. Многие специально приезжают сюда вечерами просто, чтобы сходить на дискотеки либо в клубы. Самое громкое известное место в Наамабей – это хард-рок-кафе, которое должен посетить каждый ценитель громкой музыки, качественной кухни и вкусной, но очень дорогих коктейлей. В заливе Наамабей пляжи, если можно так выразиться, условно песчаные, то есть купаться без специальной обуви можно, но не везде, а только в специально очищенных участках, которые обычно ограждены буйками. Кораллов здесь практически нет. Много лет назад они были вырублены. Ценителям подводного мира следует обратить внимание на отели уже за пределами бухтами. И да, совершенно верно, в связи с ковид-ограничениями, конечно же, все дискотеки сейчас закрыты. У нас остается не так много времени, все-таки нам придется немного ускоряться. Я перехожу к следующему отелю. Это Fire Rose Resort, 5 звезд, бывший отель City Hilton, расположенный на первой береговой линии. Собственный песчаный пляж протяженностью 700 метров находится буквально в 50 метрах от ресепшн. Есть понтон, но заход в море возможен и с берега. Fire Rose – очень старый отель, который практически не реновировался. Если закрыть глаза на некую общую усталость номеров и территории, каждого гостя ожидает оформленный в традиционном египетском стиле лобби, большая территория с одноэтажными коттеджами и новым двухэтажным корпусом. У каждого номера имеется свой отдельный вход и просторная терраса. Но самое главное, что все гости отеля имеют бесплатный ежедневный вход в крупнейший аквапарк региона, называемый Клео. Клео парк, расположенного на территории гостиницы Hilton Charms Dream. Его дизайн весьма оригинален, переступая порог, взрослые дети попадают в Древний Египет. Красивая и ухоженная территория, полна водных аттракционов, начиная от самых простых детских горок и заканчивая сложными закрученными спусками для самых смелых отдыхающих. Из минусов следует отметить платный, весьма дорогой Wi-Fi. Один день стоит практически 200 фунтов, то есть это на наши деньги 1000 рублей, то есть очень дорого, поэтому о связи и приобретении сим-карты лучше обеспокоиться заранее. Maritime Jolly Villa. Бюджетный вариант размещения для тех, кто действительно едет отдыхать и в первую очередь наслаждаться морем. Очень красивая зеленая территория, на которой повсюду высажены пальмы, цветы и зеленые насаждения. Качественное питание. На пляже работает гриль-бар, где жарят мясо для бургеров, кебабы. Раз в неделю вечерами морепродукты, когда проходят тематические вечера. Активная анимация, музыка, акваэробика, волейбол и прочие активности. Но самое главное, многие называют именно пляж Maritime Jolly лучшей частью побережья в районе Наамабей, с песчаным и очень пологим заходом в воду, подходящим для детей. На территории в распоряжении гостей несколько баров, большой бассейн, маленький аквапарк с подогревом в зимний период, состоящий всего лишь из трех горок, если я не ошибаюсь, и Wi-Fi, бесплатный в лобби, около бассейна и самом главном баре. Собственно, все, что может понадобиться для комфортного отдыха без изысков. Есть корпуса, расположенные на второй береговой линии, они называются Palm Area, и были полностью реновированы в 2020 году. Выглядят лучше остальных, но и другие номера, в принципе, не сильно уступают им по уюту и удобству. От отеля можно бесплатно добраться до старого города, воспользовавшись шаттлом. Это несомненный плюс, который практически невозможно встретить в отеле Шарм-эль-Шейха. Везде, если трансферы есть, они все предоставляются за дополнительную плату. В целом, отели Fire Rose и Maritime прекрасно подойдут для туристов, которые хотят просто успеть максимально много за свой короткий отпуск и при этом заплатить за проживание по минимуму.
Бронируя эти варианты, ваши клиенты получат скромные, но весьма достойные условия проживания, неплохое питание, шикарный пляж и, самое главное, выгодное местоположение относительно всех достопримечательностей курорта. Из района на Амабей на такси, либо даже для самых отчаянных общественном транспорте, удобно можно посетить район Шаркс, Напк, Старый Город и посмотреть все интересные места буквально за пару дней. Ну, а я предлагаю сделать небольшую паузу и познакомиться с территорией Maritime Jolie во время видеообзора. Ну а мы сейчас вместе с вами переходим к району, называемому Эль-Фанар. Это не столько район, сколько на самом деле пляж, привлекающий туристов своим коралловым рифом. Всего здесь находится порядка 9 отелей, которые принято выделять в отдельный район. Сюда приходят за действительно теплой и полностью кристально чистой водой, где вместе с людьми на мелководье плавают и морские жители. И это, собственно, визитная карточка данной локации. Разноцветные рыбки здесь встречаются уже у самого берега. Иногда можно увидеть даже живых скатов и морских ежей, поэтому ношение специальной обуви обязательно. Вторая особенность района – географическая. Благодаря удобному расположению подножья скалы пляж остается полностью защищенным от ветра. Монте-Карло Шарм Резорт, несмотря на название, выполнен в традиционном египетском стиле с обилием золотых колонн, статуй и прочих элементов декора. Большое светлое лобби встречает гостей красивым фонтаном, а сотрудники – свежевыжатым соком. Находится отель на возвышенности, и с его территории открывается красивый вид на море. Монте-Карло позиционирует себя как самый зеленый отель Шарм-эль-Шейха, в котором регулярно работают более 50 садовников, и мы склонны им верить. Большая площадь позволяет разделить его на две зоны. Это семейная с обилием бассейнов, ленивой рекой и детским кинотеатром, а также Royal Zone – приватная часть с пляжем, индивидуальным обслуживанием и своим VIP-лаунжем. Помимо основного ресторана есть ресторан, называемый «Рояль», куда пускают, опять же, только взрослых без детей. Последняя реновация проводилась в 2018 году, то есть они сделали реновацию ленивой реки, бассейна, водопада и номеров в категории Sea View Room, Beachfront и Family Room. Пляж представляет из себя несколько бухт. Заход в море возможен как с понтона, так и пешком, причем дно пологое и без кораллов. По словам представителя, специальная обувь у них не нужна.
Но я бы им не верил. То есть все-таки обувь нужно надевать на любом пляже Египта. Также имеется понтон длиной 42 метра. Wi-Fi работает по всей территории, включая номера. Концепция «все включено» функционирует 24 часа в сутки. Все а-ля-карт рестораны по предварительной записи можно посещать неограниченно. Анимационные программы активные, вечером живая музыка и дискотека. Есть также небольшая зона, где находится детский бассейн, горки и бар. Джаз Фанара. Отель расположен на скалах, называемых Рас-Уль-Сит, откуда открывается впечатляющий вид на Красное море, национальный парк Рас-Мухаммед. На песчаном пляже, опять же, есть великолепный коралловый риф. Все номера просторные, со свежим ремонтом, огромными кроватями и качественной уборкой. В каждом есть фен, индивидуальный кондиционер, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, утюг и сейф. Пляж протяженностью 120 метров с коралловым рифом, но при этом заход в море у них осуществляется только с берега, потому что понтона в отеле нет. Поэтому Джаз Фанара подходит для отдыха с маленькими детьми. На территории 3 бассейна для взрослых, 2 детских, ресторан а-ля карт, восточное кафе и 5 баров. Wi-Fi есть только в общественных местах. Опять же, бесплатный ограниченный доступ. Дополнительно интернет безумно дорогой. Вот таких расценок, наверное, ни в одном отеле Египта мы не видели. 250 мегабайт стоит $10, 500 мегабайт 20 и 1 гигабайт $30. Поэтому однозначно о связи и интернете нужно ознакомиться дополнительно. Сейчас мы вместе с вами прогуляемся по территориям отелей Джаз Фанара, Монте-Карло и отеля Dream Beach, которые расположены в районе Эль-Фанар в режиме онлайн. И отвечая на вопрос в чате, нет, Джаз Фанара, как правильно в названии нам говорит, это район Фанара. Но так как районы разбиты, размыты границы, то есть они очень условны, можете относить его к чему угодно, как вам больше нравится. Буквально пару слов. Хочется сказать об отеле Albatros Aqua Blue Resort Sharm el-Sheikh, расположенного в районе Умальсит, между Аль-Фанарой и Старым городом. Это не только отель, а прежде всего крупнейший развлекательный комплекс и аквапарк на всем побережье Sharm el-Sheikh, где в распоряжении гостей оказывается 27 бассейнов, включая 4 из них с подогревом в зимний период и 17 бассейнов для взрослых. Один из них с имитацией волны, 7 с водными горками. Ну и, конечно же, 10 бассейнов для детей. То есть итого можно воспользоваться 17 горками для взрослых и 35 горками водными для детей. Это все не считая 10 водных аттракционов, реки для рафтинга, джакузи под открытым небом и гондольной реки. Аквапарк Альбатрос больше аквапарка Клео ровно в 2 раза. Такого разнообразия нет ни в одном отеле курорта, поэтому
оно однозначно оправдывает качество и стоимость. Мне лично доводилось посещать данный аквапарк в составе экскурсии, не только в составе рабочей поездки, но именно отдохнуть, если так можно выразиться, в этом отеле. И могу сказать, что он произвел на меня неизгладимое впечатление, особенно учитывая тот факт, что к предстоящему летнему сезону в отеле была проведена полномасштабная реновация. Поэтому, если ваш клиент отправляется на отдых с детьми, Альбатрос Аква Блу будет идеальным местом, способным занять как детей, так и взрослых на действительно длительный период. Но из минусов хочется отметить тот факт, что большинство горок не подогреваются зимой, поэтому с декабря по март некоторым туристам аквапарк может показаться несколько холодноватым. Песчаный пляж протяженностью 1 километр находится на территории соседнего отеля Beach Albatross Resort, куда курсирует бесплатный автобус. Шезлонги, зонтики, матрасы, полотенца – все, конечно же, предоставляется бесплатно, но при этом гости отеля Beach Albatross аквапарком пользоваться бесплатно не могут. Мы переходим в самый отдаленный, в самый последний район Шарм-эль-Шейха, называемый Шарм-эль-Май, или, как его называют туристы, местные жители, Старый город. По совместительству самый известный район города, находящийся на берегу одноименной бухты. Она со всех сторон защищена от ветра, и именно отсюда отчаливают яхты и катера на все морские прогулки. В этом районе еще находится знаменитый восточный рынок. Это колоритное скопление магазинов, палаток, лавок и уличных продавцов, которые торгуют самыми разнообразными вещами, и продукты, и папирус, духи, эфирные масла, картины из крашеного песка, одежда, сувениры, все, что только душа может пожелать. Шумно, не слишком чисто, и, естественно, все торгуются, причем везде, даже в расположенных тут супермаркетах приходится, блин, торговаться. Место очень колоритное, но весьма на любителя, коим я, к сожалению, не являюсь. В действительности старый город совсем не старый. Почти все здания здесь новые, построены для обслуживания туристов и гостей города. Интересная особенность. В старом городе работает магазин Duty Free, в котором можно делать покупки в течение 2 суток после прилета. Ну и для контроля у вас проверят паспорт. Попасть в Duty Free можно, как я и сказал, в течение 48 часов после прилета и приобрести там не более 3 литров алкоголя на человека. Учитывая, что часто местный египетский алкоголь оставляет недовольными туристов, то это, в принципе, можно счесть за преимущество. Еще одной особенностью привлекающих туристов Шарм-эль-Майю являются песчаные пляжи. Песок здесь плотный, заход в воду в большинстве случаев просто идеальный. Тут сложно пораниться о камни или коралл, или просто наступить на морского ежа. Конечно же, при первом заходе в воду на любом пляже нужно быть осторожным, но именно в бухте Шарм-эль-Майя опасности сведены к минимуму. Если же очень хочется полюбоваться морской живностью, это можно сделать либо с понтонов, которые есть в наличии на нескольких пляжах, либо взрослые активные люди часто отправляются за этим зрелищем на дикий пляж, который находится левее по направлению к Рас-Мухаммеду. Там для комфортного плавания потребуются, конечно, резиновые тапочки, чтобы не порезаться о кораллы. Ну и, конечно, весь набор стандартных классических развлечений, таких как катание на бананах, кайтинг, водные лыжи, здесь встречаются в изобилии. Также именно здесь находится самое красивое и яркое сооружение всего Шарм-эль-Шейха. Это мечеть Эль-Сахаба. Новейший мусульманский храм, построенный несколько лет назад. Интерьер мечети выполнен в традициях египетского зодчество. Архитектура – это оттаманский традиционный стиль, что в совокупности создает впечатление того, что мечеть полностью выстроена из песка. Перед главным входом находится просторная площадь, множество магазинов, включая алкогольные кафе и прочие развлекательные объекты. Основными морскими экскурсиями, которые может посетить турист, не считая батискафа с прозрачным дном, это является остров Тирана, заповедник Рас-Мухаммед, который стартует как раз-таки из старого города. Издалека Тиран напоминает каменистую гору, нависающую над всем побережьем Шарм-эль-Шейха. Он практически лишен растительности и по периметру окаймлен непроходимым рифовым барьером. У берегов
сейчас даже находятся останки затонувших кораблей, дополняя его образ. Высадка на остров запрещена, чрезвычайно опасна, и побережье острова входит в состав национального парка Рас-Мохаммед, наиболее живописного места Красного моря. Остров служит приютом, конечно, для тысячи черепах, перелетных птиц, но и главная его красота скрывается, конечно же, в морских недрах. Помимо пестрых рыбок, каких-то раковин, губок и прочей мелкой морской живности, в рифах острова Тиран можно встретить и более крупных представителей морского царства. В отдельных местах рифа можно наблюдать огромных рыб, черепах и даже иногда дельфины заплывают к острову. Экскурсии на остров Тиран, как я и говорил, стартуют из порта старого города. Длительность морской прогулки в среднем составляет 5-6 часов. Экскурсия осуществляется на небольших катерах в сопровождении опытных гидов-инструкторов. По ходу экскурсии катер делает несколько запланированных остановок. Всем желающим выдаются бесплатно маски, трубки, ласты для подводного плавания. Ну а чтобы продлить время погружения, можно уже дополнительно оплатить и воспользоваться аквалангом. Базовая стоимость экскурсии от 30 до 60 долларов в зависимости от программы, сезонности, местоположения отеля. Парк национальный Рас-Мохаммед, созданный в 1989 году, он был призван уберечь от уничтожения уникальную стену кораллов, которая еще некогда впечатлила самого Жака Ив Кусто. Сейчас ее красотой любуются туристы, которые посещают голову Мохаммеда, именно так переводится название заповедника. Я думаю, яркие впечатления от дайвинга и снорклинга в этом парке вам гарантированы. Экскурсия организовывается абсолютно аналогично с островом Тиран и стоит плюс-минус столько же. В 400 метрах от старого рынка и в пешей доступности от всей инфраструктуры расположился, вероятно, лучший отель всего района. Это Ибер-отель Палас, открытый в 1996 году. Последняя реновация проводилась в 2014 году. Это был первый отель, который нашей группе довелось увидеть в Египте после кризиса по программе. И он же стал тем вариантом размещения, который, несмотря на доступную цену, стал самым любимым и приоритетным. Если мне доведется вернуться в страну в рамках нерабочей поездки, то я хотел, чтобы это был именно Ибер-отель Палас, особенно учитывая тот факт, что с 1 октября 2021 года он полностью меняет концепцию и больше не будет принимать гостей младше 16 лет и станет отелем 16+. Имеется собственный песчаный пляж протяженностью 200 метров, естественно, с песчаным пологим заходом, но также есть и коралловый риф, до которого курсирует бесплатная лодка в 10 утра, 11 и в 15:30. На пляже все пляжное оборудование предоставляется, конечно же, бесплатно. Несмотря на небольшую территорию, благодаря грамотному зонированию, она удобно включает в себя два открытых бассейна, один из которых с подогревом и детским отделением, небольшой крытый бассейн, главный ресторан и ресторан Blue Marine, предназначенный только для гостей 18+, плюс восточный ресторан, а-ля карты, 5 баров и даже собственный пивной паб. Во всех общественных местах имеется бесплатный Wi-Fi интернет с ограниченной скоростью 150 мегабайт. Все остальное оплачивается дополнительно. Ибер-отель Палас – отличный вариант размещения для пляжного отдыха семейных пар с детьми и любителей прогуляться вечером по оживленным улицам. Регион Шарм-эль-Шейх находится в отдалении от всех крупных городов Египта и, соответственно, вдали от всех основных экскурсий. Для того, чтобы попасть в Каир, Луксор или Александрию, нужно преодолеть значительное расстояние на автобусе, либо воспользоваться авиаперелетом. Поэтому среди отдыхающих здесь туристов пользуются популярностью местные экскурсии, осуществляемые в пределах Синайского полуострова. Что можно посетить, помимо аквапарков, экстремальных трекингов и морских прогулок? Гора Моисея. Считается, что именно на вершине этой горы пророк Моисей получил от Бога скрижали заповедями. Находится эта возвышенность в 200 километрах от Шарм-эль-Шейха. Придется ехать около 3 часов, потом идти наверх около 7 километров пешком. Ну а наверху туристы встречают рассвет или закат, в зависимости от типа экскурсии. Если вы даже не верите в Бога, то преодолев весь этот сложный, тяжелый маршрут, скорее всего, уверуете. Подъем, потому что весьма утомительный. Во-первых, на вершине горы Синай ночью, даже летом, температура не превышает 20 градусов.
А в зимние месяцы она опускается до 3 градусов, поэтому обязательно всегда берите теплую одежду. В противном случае за дополнительные деньги вам придется арендовать эту одежду у бедуинов, которые предложат вам вонючую верблюжью какую-нибудь шкуру. Поэтому все свое несите с собой. Во-вторых, выезд осуществляется в ночь. Если вы отдыхаете на курорте Шарм-эль-Шейх, то экскурсионный автобус заберет вас из отеля в период с 8 до 10 вечера. Ну и вдобавок тут дует сильный ветер. Поэтому, опять же, напомню, помним про теплую одежду. Группы туристов приезжают на место начала подъема не одновременно. Начиная с полуночи до 2 ночи все автобусы подъезжают, и так устроено специально, чтобы не создавать очередь на узкой дороге наверх и все-таки создать впечатление некой уединенности. Считается, что у встретивших рассвет на горе Моисея прощаются все грехи. Ну так вот, греши всю жизнь, твори что хочешь, сойди на гору, и все забыто. Но, естественно, это только поверье, неподтвержденное церковью. Если молитвы не входят в ваши планы, то на вершине достаточно просто достать фотоаппаратуру. Фотографии гор на рассвете получаются просто великолепные. Кроме того, на горе Синай можно посмотреть несколько культовых строений. Это часовня Богородицы и пещерный храм пророка Илии. Ну и, конечно, именно здесь вы можете застать не такое редкое, но ярко выраженное природное явление, как Гало. Восхождение на гору Моисея всегда совмещают с посещением монастыря Святой Екатерины, находящегося неподалеку. Монастырь построен на месте предполагаемого нахождения, сейчас я вспомню, неопалимой купины, если не ошибаюсь. То есть это куст, который горел и не сгорал. Из этого куста Бог приказал Моисею идти в Египет, освобождать из плена народ Израиля. Тут туристы посещают базилику, в которой хранятся до сих пор мощи святой Екатерины, осматривают музей и интересную просто архитектуру. Ведь монастырь был построен в VI веке, еще при Византийской империи, и без изменений пережил чудом буквально все эпохи мусульманского владычества в Египте. Цена данной экскурсии от 40 до 50 долларов, опять же, в зависимости от сезонности и местоположения отеля. Ну и, конечно, стоит, наверное, сказать пару слов о самой интересной, популярной и заполненной событиями однодневной экскурсии, организовываемой Шарм-эль-Шейхе. Она называется «Затерянная земля». Это прекрасная возможность за один день посетить максимально разнообразные локации Синайского полуострова. Сначала группа приезжает в рыбацкий город Дахаб, известный своей уникальной природой, где посещают бедуинскую деревню. Там они катаются на квадроциклах и верблюдах, осматривают быт кочевого народа и угощаются чаем с лепешками. По дороге Шарм-эль-Шейха открываются действительно красивые пейзажи моря, и скалы иногда просто впечатляюще нависают над дорогой. Далее на полноприводных внедорожников по песчаным дюнам весьма экстремально группа доезжает до Цветного каньона. Он находится в горной гряде Эль-Тих, и именно в этих горах, по преданию, Моисей 40 лет назад опять же водил израильский народ. Если бы не Моисей, наверное, смотреть Шарм-эль-Шейхе попросту было бы нечего. Цветной каньон образовался в результате землетрясения, и в разломах его затесались разные породы со слоями различных веществ, поэтому в некоторых местах их хорошо видно, эти самые слои, то есть медь образует слои красного цвета, кобальт дает синие прожилки, но какие-то органические останки кораллов зеленые, создавая действительно разноцветную цветовую гамму. Отсюда и появилось название «Цветной каньон». Это целый разветвленный лабиринт общей длиной всех проходов около 5 километров, но длина от входа до выхода составляет всего 800 метров, и именно по этому короткому маршруту ведут туристические группы. В конце пути туристов ожидает большая песчаная дюна, на которой можно сфотографироваться, а также проехаться на специальной доске, ну или просто на собственной пятой точке, уже по выбору. И в завершении программы автобус отправляется в самый отдаленный город Синайского полуострова – Табу, расположенный на самой границе с Израилем. Здесь осматривается главная достопримечательность курорта – это остров Фараона и крепость Саладина. В путеводителях указано, что первое укрепление тут построили еще финикийцы, что, наверное, правдоподобно, но нынешнюю версию крепости выстроили рыцари-крестоносцы в XII веке. Экскурсия сюда включает
поездку на остров на катере, осмотр самой крепости и местного музея, а также снорклинг с трубкой и маской. Кроме того, когда вы будете находиться на корабле, если вы буквально головой повернете на 360 градусов, хотя физически это сделать невозможно, вы увидите границы четырех стран. Это Египет, Израиль, Иордания и Саудовская Аравия. И комментируя сообщение, отправленное в чат от Натальи, очень живописно, в 2013 году была, вроде недавно, могу сказать, что ничего с тех пор там не поменялось, потому что один из моих визитов и полное прохождение этой экскурсии как раз-таки тоже пришелся на 2013 год. В завершении туристов ожидает обед непосредственно на самой лодке, ну и трехчасовая дорога до отеля. Стоимость такой действительно насыщенной поездки составляет от 60 до 80 долларов в зависимости от сезонности, программы экскурсии и местоположения вашего отеля. Шарм-эль-Шейх – это огромный туристический город, где представлены более 100 отелей различной ценовой категории. Здесь всегда можно найти подходящий вариант размещения на любой вкус, практически полностью отсутствует языковой барьер, а вариативность досуга поражает. Великолепные коралловые рифы, песчаные пляжи, большой выбор местных достопримечательностей, аквапарков, экстремальных поездок и доступных экскурсий по Синайскому полуострову. Но это не считая, конечно же, дальних экскурсий, например, в Каир. Этого вполне хватает и на 7-дневный, и 10, и даже 14-дневный отдых активного времяпровождения. Во всех районах сбалансированный набор отелей. Есть и дорогие пятерки на первой линии, и бюджетные четверки за ними. Все они без исключения работают по системе питания «все включено». Различия существуют лишь в пляжах и в удаленности от достопримечательностей магазинов и рынков. Но, как вы помните, Египет – это страна с самым дешевым такси в мире, поэтому фактор явно несущественный. Но следует помнить, чтобы такси стоило дешево, следует ездить на белых автомобилях по счетчику, либо заказывать Uber. Шарм-эль-Шейх – это круглогодичный курорт Красного моря, куда туристы отправляются на отдых как зимой, так и летом. Кто-то считает, что летом здесь слишком жарко, кто-то считает, что зимой слишком холодно, но поток туристов никогда не падает, ведь каждый отдыхающий находит себе времяпровождение по вкусу, по сезону и, самое главное, по кошельку. Оставаться равнодушным к Египту невозможно. Если вы были в этой стране, она вам не понравилась, значит, вы просто не смогли найти ту самую грань, которая вам бы была близка среди всей вариативности и всего разнообразия предоставляемого отдыха и досуга. Для успешной продажи туров в Египет недостаточно просто ориентироваться в отельной базе. Нужно понять принцип, структуру и особенности данного направления. И я очень надеюсь, что данным курсом обучения, в который действительно было вложено много сил и времени, мы смогли хотя бы немного вам этим помочь. Спасибо вам всем за внимание. И отдельное спасибо хочется выразить моим коллегам, которые помогали мне делать презентации, помогали снимать видеоролики. Ну и, конечно, отдельное спасибо Оксане за то, что смогла справиться с многочисленным потоком обращений и вопросов в чат. Подписывайтесь на наши официальные страницы ВКонтакте, Фейсбуке и канале Телеграме. Это уникальный, неповторяющийся контент, акции, полезная и актуальная информация, прямые эфиры с представителями отелей, самой компании, разбор возможностей и полезных разделов нашего официального сайта, анонсы мероприятий и все самое важное. Запись данного вебинара обязательно появится в понедельник, вы сможете ее увидеть на нашем YouTube-канале. Но уже сейчас вы можете ознакомиться с первыми двумя частями нашего курса, посвященными отдыху в Хургаде и на побережье Средиземного моря. А также мы рассматриваем там подробно все нюансы прохождения границы и другие узконаправленные критерии отдыха в этой замечательной стране. Большое спасибо за то, что нашли время, смогли подключиться к нашему вебинару. Особое спасибо тем, кто смог просмотреть все три части. Мы очень надеемся на плодотворное и успешное сотрудничество, ведь устойчивость, регулярность, самое главное, необходимость полетной программы зависит только от вас. И с вашей поддержкой мы сможем не только успешно пройти через этот сезон, но и создать почву для расширения сферы деятельности
и установления новых направлений. Огромное всем спасибо.